Дочь, ну, короче, на твое усмотрение все. Ходите, посмотрите сначала. Кать, посмотри. Маш, давай. Дорогие друзья, вы все понимаете, что я самый счастливый человек, потому что я вернулась в Инстаграм. Смотрите на мою Катю. Кать, поздоровайся с моей инста-семьей. Ты узнаешь мою инстес? Посмотрите, мы пришли в Элли-стрит. Вот. Я подзагорела. Да, Катя, выбирайся что-нибудь. Давай. Давайте мы Катю что-нибудь выберем. Давай платье какое-нибудь, Катя. Натуль, ты нам поможешь? Приветик. Вы узнали, Натуль? Все узнали. Катю любят. Посмотрите, что у Кати. Катя у нас операцию сделала. Видите? Ну покажи. Ну, не надо, это вот не надо им знать, что там. Как относишься к ситуации Гриценко? Он молодец. Он ушел с проекта, он вовремя отскочил и понял, что он за любовь, он не предал себя. Мы уже отвыкли от цветочка. А костюмчик какой-нибудь? А может, костюм? Платьица? Привет, Солана Д. Привет. Да, всем привет. Мы сейчас едем с Катей домой, кстати. Привет, Катюша, да. Пинчук ушел, нет, не знаю. Знаешь, что Гриценко ушел. Вот мой загар. Смотри, Лин. Сейчас я вам покажу все. Ой, какие красивые. Покажи наши новые кроссовки. Как наши кроссовки? Вот тут кроссовки делают. Вы узнали Закира? Сейчас не надо меня это сам. Мы слишком известны. Закира, тебе цветочек. Не буду. Все, не буду вам мешать. Все, удачи вам, до свидания. Вот мой загар. Машуля, с возвращением тебя, спасибо. Привет из Тулы. О, мы Кате выбираем обувь. Давай, Кать, сейчас я протру экран. Не отвлекайтесь, Маша сама. Покажи, Маш, да. Давай, помоги мне, чего ты все? Давай, покажи, помоги. Боком встань. Как вам сапожки на Кате? Мне, я хочу костюм ей, вот это, платьице, вот как у меня розовое, Анатоль. Как мне розовое, Анатоль? Да сейчас, женщина, сейчас. Какое розовое? Вот как мне, помнишь? Нету таких. Вообще женщины, нет. Вообще нет. Цвета нет. Кать, говорят, супер. Черные? Черные, они это синие. Здрасте, уважаемые дамы и господа. Это 38-й, да? Да. Под платье можно, под джинсовые шорты летом. Ну вот они этот. Говорят, класс, Кать. Скажи, дочь, а таких размеров нет? Маш, передай привет Курску. Вот, смотрите, какие цвета есть. Здесь много всего есть. Давай, Маш, вот эти. А ты померила вторые? Второй. Это мой размер. Твой размер? Ну, очень красиво, мне понравилось. Кать, ты кардиган хотела. У нас эти кардиганы. Блин, мне тоже новые. Ты не все нашел? Да, есть. Можно белый какой-нибудь. Женщины с чем угодно, конечно. Тоже это универсальная вещь. А это что, свитер, Анатоль? Да. Я пойду сама померю, мне так нравится. Анатоль, дашь мне? Есть мой размер? Да. Дай, пожалуйста. Давай, пойду померю, мне так нравится. На показ завтра да приду. На какой показ? Нет, у меня, как это называется? У меня фотосессия. Кардиганы супер. Я пойду тоже померю сейчас такую кофточку. Манечка наша, да, ваша. Да.
Да, да. Голубой симпатичный. Анатолий, у нас очень красная бомба. Знаешь, по-моему, я все принесла. Кать, ты меришь? Нет. Иди, надо в раздевалку. Кать, ты пойдешь ко мне домой? Повернись, поздоровайся с подписчиками. Совести в тебе нет никакой. Покажи сережки. Шанель, подумаешь? Обычные. А где мама? Мама сегодня дома, целый день отсыпается. Катя сегодня... Ой, Катя завтра идет ко мне на показ. Ты знаешь об этом, Катя? Да. В 20:30. Мы сейчас ее оденем, и она пойдет звездой. Как обычно. Дом 2 смотришь, конечно, вчера смотрела. Левочка, привет, родная. Я говорю, хотела бы платье тебе 100%. Но вот из таких вот костюмы, юбки, платья всегда у них вот беру. Из такого? Да, всегда беру. Вот такие костюмы какие-нибудь беру. Я их обожаю. Подожди, на показ к тебе завтра? Нет, завтра я... ты пойдешь на показ в моей одежде, которую я дам, платье. Красивое. Ты же не брала, ты же у нас на спорте. Привет. Вы похожи. Я цветочки напялила, поэтому... Подруга моя там, Лёва, сейчас я себя пошла показывать. Вот я. Видите, как я подзагорела сегодня? Ты меня никогда не читаешь, я всех читаю. Ой, какие классные. Здрасте. Смотрите, какие классные. Ой, как мне нравится. Я пойду померю. Смотрите, какие красивые. Катюнечка, ну что, ты здесь? Давайте посмотрим, что Катя мерит у нас. У нее этот, операция там просто из-за этого. Она все знает. Так, фильтр убираю, все. Вообще без фильтра, Катя, ты нормально себя чувствуешь без фильтра? Отлично. Фигура огонь. Зай, оказывается, здесь нет мужского ничего, только женское. Я попутала, Зай, Лёва. У меня маникюр, вот, я делала такой обычный, не стала. Я вернулась. Нет, знаешь, что, вот помнишь, такие костюмы были? Ну, может, есть чего. Я вот этот хочу, может, голубой. Голубой очень красивый, померяй. Я знаю, что у меня как раз, я не буду мерить. Как раз тебе, да? Ну, конечно. А, ну все. Он такой вообще тянется. Хорошо. Мне свитер надо померить. Вот платье вот хотела ей такое. Кать, представляешь, с твоей грудью, ты оденешься, бомба. Померяешь, Кать? Я хочу мерить. Я знаю, что... Со страницы нормально. Наконец-то я вернулась. Катя говорит, тебе нужно что-то сексуальное, чтобы подчеркнуть свою фигуру. Ты что в Playboy снималась? Просто так, что ли? Вот это, что ли, можешь взять? Да. Предложи к себе цвет, мы посмотрим. Очень. Посмотри, мне очень нравится. Цвет благородный. У Катюши грудь сделанная 5-го размера. Нет, 4.5. Она у меня звезда. Все знают, Катя, Вашина подруга с Дубая. Представляешь, все знают уже. Катя. Возьму? Обязательно. В нем завтра пойдешь на показ. В нем? Да. Все? Вот я сапоги свои в Казани забыла. Катя, все к лицу. В этих она пойдет. Тогда давайте другие выбираться. Привет из Германии. А, ну все меняется. Все нашли сапоги другие. О, Кать, ну все, ты идешь на показ ко мне звезда звездой. Мне нравится.
Давай вот эти, Катя. Покажи нам под платье цвет. Ой. Да, шикарно. Все, Кать. Звезда. Катя у меня замужем за миллиардером. Маша. Мне нельзя об этом говорить. Ну, что, вы расспрашивают? Но все спрашивают, чем ты занимаешься. Да? Я дизайнер. Вообще, Катя дизайнер. Катя, ты мне купальник привезла свой? Подожди еще. Зубы покажи. У нее Венера тоже. Смотрите, как красивые. Классно. Все тебя любят, Катя. Помнят? Вы без фильтра, ничего? Без фильтра лучше, да. Нормально, да? Ну все. А я в очках, кстати, ты заметила, это для зрения. Как для зрения? Мне минус 2.5. Это когда такое случилось? В школе. Когда такое случилось? А что в дырках ходит? Это так модно. В дубаях. В дубаях. Так, все, я хочу... Ребята, мне просто надоело, когда все спрашивают, чем занимается, сколько зарабатывает, что делать. Ну, бред такой, я прям не могу. Я все-таки красный хочу померить, а не черный свитер. Красный красивее. Анатоль, я красный хочу померить. Дорогие друзья, Кате 25 лет исполнилось, да? Или меньше? 28. А, 28. Катя, помери нам шубу. Я пошла мерить все. Я померю свитер. Пойдет или не пойдет. Так, что здесь еще есть? Катя, ты кроссовки-то хотел здесь. Посмотри. Тебе тоже надо слетать в Дубай. А что мне там делать? Что мне там делать? Катя, ты кроссовки хотела. Вот помнишь, я тебе говорила, тебе понравились-то? Ты мне говорила, ты хочешь. А не много это будет? А там, может, размеры не будет. А, нет, ну нет, так нет. Все, я пошла мерить. Ребят, я оставлю вам телефон. Вас, точнее, здесь пока. Вот эти, да? Пока я не одену. Да. Пока я не одену кофту. Вот такую. Смотрите, если свитер выбрала, он на спине вот так вот делается, с веревочкой, а спереди вот так. Подождите меня минутку, ладно? Чтобы вы посмотрели, как на мне это все. А красненький есть? Маш. Да, любимый. Шикарно, у тебя одежду выбрали вообще. Бомбическую. Давай покажем. Здрасте, дорогие друзья. Вот. На мне свитерок. Посмотрите. Вот как раз. Ой, красиво. Ой, мне так нравится. Анатоль, завяжи меня. Ты завязана? Немножко. Завязана, что тебе? А, ну ладно, все, тогда пойду смотреть. Кстати, по-моему, еще не на ту сторону было. Господи, да, конечно же. Как? А, на ту. На ту! Ты что? Так, давайте на меня посмотрим. Ну как? А сзади вот такая вот эта штучка, завязочка. Видно, нет? Мне просто очень нравятся такие кофты. Как вам? Ребят, решаем, решаем. Нравится, нет? Мне просто кажется, очень красиво, да? Это же модно сейчас у этой. У Бонни тоже же такие свитера. А за эти завязки. Вот. Смотрите. Что, нет?
Вы же знаете, как я люблю такие вещи. Просто соски так торчат, да? Или так должно быть, блин? Что-то вы меня сбили с панталыку. Не очень. Непонятно, да, как здесь просто? То, что у меня такая фигура, не видно, да, ее становится. Леван, ты где? Леван, ты где? Левочка, ты где? Кать, смотри, а ну-ка красиво. Давай. Блин. Ой, как красиво. Да? Ага. Это 40, но, блин, они... Покажи сбоку. Ой, какие красивые. Да? Ага. Другой. Ну что? Все? Мне очень нравится. Да? А ты в лифчике, что ли, или в чем? Да, чуть-чуть. Или ты белье спортивное? У тебя грудь больше стала, по-моему, да? Нет. У тебя... Мне просто, мне кажется, что у меня по сравнению с тобой нет вообще. У тебя сколько миллилитров? 350. А почему у меня смотрится грудь меньше? Что у меня изначально своя. А, у тебя же своя четверка была. Поняли. Мы все поняли. Че, радость моя? Я здесь. Тошнит меня ужасно. Я ничего не ела сегодня. Просто говорят, надо брать. Кать, как тебе свитер? Так, другого немного фасона Машу тебе надо. Машуль, приезжай ко мне в гости. Кроссы классные, говорят, Кать. Да. Мы к нам едем домой, да? Да. Или куда мы идем? Ну, я не знаю, тебе надо какие-то вещи? Я опять голодаю. А? Да, я что-то опять немножко оголодала. Ушанки прикольные, а где они? Ты ничего не мерил, да? Надо... Я не знаю. Свой размер. Ну, тебе все, ты все, да, уже? Да, надо что-то этот. Маша, солнце как ты? А тебе под общим наркозом или под местным делали? Под местным, конечно. Под местным, да? Конечно. Маша. Ты завтра на показ ко мне идешь в казачках. И? И в платье. И в платье. Да. Это завтра. А все. А там другой уже воскресенье, да? А воскресенье другой показ? Все. Маш, ничего. Мне так нравится. Ты... Кать, сколько кроссовки стоят, которые ты мерила? Те, я не знаю. Надо спросить. Так это загар, его же надо смывать. Вы что, дорогие друзья? Катя делала грудь в Казани, врач. Но к нему ходить не надо. Потому что он врачебную ошибку совершил, и Катя чуть не умерла у меня. У тебя бок прошел, кстати, от него? Ну, чуть-чуть синенькая. Еще есть? Покажи. Да. Я тебе не показываю. Короче, вот такая вот такое дело. На мне нет маникюра, я просто сделала обработку ногтей, потому что мне нужно завтра играть, и лак слезет. Так что вот так вот. Как что за врач? Сказали. А как фамилия? Я забыла. Катя не может говорить. Не хотите. Она. Ну, а скажи фамилию просто. Хатыпович, как его? Сейчас она покажет. Короче, она не будет показывать, но он во время операции сделал селфи и в этот момент порвал Кате сосуд, и она чуть не умерла. Она мне позвонила и говорит, Маш, что делать? Ее тут же ввели во второй наркоз, и я думала, что это конец. Вот такая вот врачебная ошибка, дорогие друзья. Да, очень страшно к таким врачам попасть.
Но зато нас все любят. Где угодно, здравствуйте. Нафиг не надо. У Кати была своя грудь 4 размера. И она решила сделать, чтобы у нее она стояла еще больше. Такие вот дела. Да, он делал селфи во время операции. И отвлекся, и все. Маша, тебе моя дочь передает привет, она когда... Что подумаешь? Ну-ка. Да ну это ужасно. Маша, кофту бери. Да, возьму. Это врачи так делают. Да я вам всем говорю, что лучше операции без необходимости не делать. Вот и все. Это реально трагедия. Вкус. Вам не нравится, да, кофта? Мы что, пойдем куда-нибудь покушать? Да. Или... Может, пойдем вот рядом в кафе сейчас, вот это, помнишь? Или поедем домой сразу ко мне? Может, домой. Ну, ты возьмешь вещи, мы поедем ко мне. Дорогие друзья, Катя сняла шикарный отель. Какая у тебя помада на губах? Это... Мне какую-то дали водостойку. А у тебя какая, кстати, мне так понравилась? Карандаш. Дешевый. Машуль, будет эфир? Конечно, будет. У нас наконец-то восстановилась инста. Я жду от вас комментариев, чтобы у нас активность подняла и меня вывели из этого бана. Я очень переживаю. Я вас поняла. Стрёмное значит стрёмное. Тебе, Маша, идут благородные вещи. Цена кофты 4000 рублей. Кофта супер, но не бери. Хорошо, буду экономить деньги. Все, я поняла вас. Катя спокойная такая. Катя, да. Катя не пьет, не курит, ничего. Да? Конечно. Ты сколько уже бросила? Ну, год, короче, Катя уже. А, в октябре последний раз выпила. Октябрь, ноябрь, декабрь, январь, февраль, март, на моем дне рождения. Я пару раз вино пила, просто бокал, и все. Чё спрашиваю? Кофту? Как будто пол России проносила. Это так модно. Катя, померь платье, тебя все просят. Что за дела? Катя похожа на одну актрису. Может, на Анжелину. Лёвочка, я тебе позвоню обязательно после эфира. Добавить тебя не могу, потому что у меня не добавляется никто. Вот. Чего? Этой кофты цена 1000 рублей. Что за магазинчик? Элли Стрит. Он находится в Расторгуевский переулок, дом 1. Я в этом магазине все беру. Помните костюм красный, про который вы меня спрашивали, спортивный? Вот. Ну, короче, все я здесь беру. Шуба из куртка из страусиной кожи у меня. Тоже отсюда. Катя, ты приняла ислам? Нет. Она не приняла ислам. Кушать быстро. У них своя фабрика. Ой, смотрите, что здесь есть. Это какой-то верблюд висит. Ну, это реально, это мех верблюда. Сейчас к маме приедем. Мама вообще без телефона. Без... Представляешь, я у мамы сегодня забрала телефон и Инстаграм. Катя, хочу волосы посмотреть. А мне их удобно ходить в этих заколках, Катя? Подожди. Слушай, так это даже не видно, что они на заколках, да? И свои волосы, получается, не портятся, да? Нет, заколочек просто. Все, очень рада, что я вернулась. Только верблюда, говорит, не хватало нам в жизни. Это точно. Маша. Да, Катя, ты хочешь уже отскакивать, да? А что ты хочешь делать? Спроси у Ливана, идет ли тебе эта коралловая кофта. Левочка, мне идет этот свитер? Скажи мне, пожалуйста, котеночку, мой любимый. Катю мы уже одели к показу, к завтрашнему. Маша, красотка, добрый вечер. Катя, добрый мил. Катя, да Катя это вообще звезда всех времен и народов. Она человек потрясающий. Я вас с плохими людьми как бы не знакомлю в Инстаграме. Со своей семьей уж точно. Вы мне слишком дороги, мои дорогие, чтобы знакомить вас не пойми с кем. Катя очень классная. Клевый свитер. Очень крутой. Спасибо. А где все-то? Мы что здесь сидим?
Вы Катин Инстаграм видели, дорогие друзья? Стас лучше Ливана. Стас завтра придет на показ, кстати говоря. Ей нет, ей, вы что, под каким местным наркозом? Под общим, грудь под местным наркозом никогда не делают. Твои друзья наши друзья. Но ты у нас best of the best. Кать, в чем пойдешь завтра на показ? Вот, в бордовом платье и в казачках. Да, Зай? Да. Ты кого там нашла, родная? Катя в шоке каждый раз, когда меня видит. Она просто не понимает вообще, что происходит. У тебя браслет новый, да? Это оригинал, да? Это же вот, это же какая-то... Мне вот что у Кати нравится. Дай свою ручку, пожалуйста, вот, с двумя булыжниками. Посмотрите вот на это. Уже они все видели. Подождите. А что не фокусируется телефон? Дорогие друзья, вот надо вот таких мужчин выбирать, которые будут вот дарить вот булыжники на подваляма. Угу. Катюш, как так вышло? Катя летела сегодня весь день, и я еще достаю. Она не может понять, что происходит. Катя прикольная, как ее найти? Так, Кать, покажи мне. Открой свою страничку, я покажу, как тебя найти. Тебя хотят найти. Сейчас я вам все покажу. Вот она. Катрин Фрейд. Охренеть, какая красотка. Конечно. Почему-то мне казалось, что все они уже знают меня. Они тебя не знают, у меня новые подписчики. У меня сейчас в эфире 1000 человек. Маша, да, дочь. Мы закрываем. Как? Ну, так. А я не хочу уходить. Пойдешь туда. Все, включи. Как? Ну ладно, все, дорогие друзья, нас выгоняют. Мы сейчас выйдем и зайдем заново. Вы же понимаете, мы же не можем без вас. Тем более мне вернули Инстаграм, и я просто самый счастливый человек, и все. Конечно, вы знаете, это наш стилист, топ-стилист. Подписывайтесь все к ней. Это звезда всех времен и народов. Mm-hmm. А, Катя, у тебя зрение плохое или очки для красоты? Зрение. Зрение плохое. Все, 5%. Я вас люблю.